Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя-легенды. Так, ежедневочку забрали, сразу же приобретаем телепорты. Прекрасно. Так, задание открыть колоду вперед из песней. Так, мне сейчас хочется посмотреть, на какой мы находимся в данный момент лиге. Давай-ка глянем быстренько. Так, Лига Мастеров, одна звезда, все-таки сбросили, да, сбросили меня. Сегодня суббота, ребят, сегодня суббота, нам надо как-то ускоряться, если честно. Ладно, поехали. Начнем с арены, ежедневки уже потом, позже сделаем чуть-чуть. Так, 67 уровень пока у этих оболтусов, я думаю, что здесь, наверное, мы справимся одним Армангошей. 66, 67, 64 даже тут уровень. Я думаю, Армагона будет достаточно. Хотя можно было бы взять маузеров. Это для 100% победы. Но сделаем пока так. Сегодня еще работы. Ну, на работу иду. В ночную смену, ребят, две ночные будем работать. А потом у нас будет длинный выходной. Так, ну в Лигу Мастеров две звезды-то я сегодня однозначно перейду. Только вот сколько мне для этого понадобится времени. Так, 65 и 68 уровень. Здесь, я думаю, тоже будет достаточно наших маузеров, чтобы пробить это все. Мы сейчас с тобой, знаешь, как будем делать? Пока сработаем на наших старых бойцах. Не будем, наверное, пока действовать на откатах. Сколько получится у нас продержаться, столько и будем здесь бомбить. Как только перепрыгнем 70 уровень, придется уже два персонажа брать как минимум. И это означает, что два отката. Пока попробую. Ну вот, видишь, уже, ребята, 17-23 выбираем. Соответственно, 73-й, 70 уровень. Поэтому беру здесь зэка и возьму, наверное, кожеголова. Немножко меня смущает маузер, если честно. Да как сказать, немножко, очень сильно он меня смущает, потому что успеет ли у меня кожеголовы после зэка сходить? Вот что я переживаю. Успевает. А вот сможет ли он пробить их всех? Пробивает. Шикарно. Я просто немножко сомневался, думал, а вдруг все-таки он не сможет. И достаточно этим маузером сделать свой супер удар. Массовый, у меня бы тут полегло, будь здоров, народу. Так, обновляем до 17-23. Мне нужно именно столько кубков. Вот. Значит так, берем Макмана, возьмем Донни. Макман, Донни и, например, еще Слэш. Ну и возьмем вот таких вот ребят. Это лишь для того, чтобы, если вдруг что-то пойдет не по плану, они у меня все не упали. То есть не самый слабенький, но и не самый сильный. Среднее звено, короче. Так, молодец. Слэш одного все-таки подбил. Ну и Макман. Ё-моё, я думал, добьет он. Нифига. Чувак пережил две массовые атаки. Представляешь? Переходим на 29-ю позицию. Так, давай обновлять. 17-23. Значит, берем Бакстера и берем Бакстера и Леонардо. Но тут не забывай, Майки паршивец сидит, притулился, типа я его не вижу. Вот он может сделать первый ход. Если он сделает массовую атаку, она будет... А, нет, ребята, Лео все-таки ходит у меня первым. Но он вторым. Так, он усиливает команду, давай добивать ее тогда всю. Замечательно. Так, и продвигаемся. Надеюсь, сейчас будем день 14-15 позиция. 17-я, блин. Чё ж так-то? Ну давай, 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 выжимай себе. Вот, 17-23. Значит, остается у нас только Крэнк. Возьму Крэнга и, наверное, вот этого Рафаэля. Надеюсь, что Крэнк все-таки будет более, как говорится, собранным и сможет пробить здесь
Ну, по крайней мере, вот этих трех. Так, Рафаэль, ну, естественно, я про него и забываю совсем, ребят, что он у нас вот такой вот бравый боец, он переплевывает всех. Даже зэка. Красавчики. И это он еще только, ребята, 98 уровня. И мы его сегодня прокачаем, надеюсь, на 99. Какая позиция? Так, пятая. Ну все, после следующего поединка мы уже переходим в Лигу Мастеров 2 звездочки. Ну а пока берем, наверное, Супер Шреддера и Усаги. Тут, конечно, Сплинтер есть, но я думаю, он нам не страшен здесь будет. Ну, он со своей контратакой, поэтому сейчас будет первый, конечно же, ходить Усаги. И следом за ним уже пойдет Супер Шреддер. Так, постепенный урон на всех. Да, абсолютно на всех. Ну, Супер Шреддер, конечно же, их добьет всех. Абсолютно. Ну и теперь мы переходим в Лигу Мастеров. Две звезды. Это однозначно. Так, 93 место. Значит так, 17-23. Берем Ваню. Берем вот этих вот. Пока пытаемся отыграть своими силами, но это, наверное, последний поединок. Сейчас придется нам действовать за откаты. Сделаем уклоняшку на всякий, как говорится, случай. Этот усиливает команду. Ну, а мы погнали. Так, промахнулся. Промахнулся. Одни промахи, друзья. Но мы-то не промахнемся, верно? Так, давай, наверное, этого шлепнем. Теперь Лео пробиваем. Ну и остается у нас Бибоп. Все. Идеально сыграли. Ну, молодец, Крис Брэдфорд просто, ребята, выдержал три атаки мощные. По нему даже не попали. Вот что значит сила уклонения. Так, 82-я позиция, и мы двигаемся дальше. Берем 17-23. Здесь я, пожалуй, возьму тогда уже маузеров. Раз уж мы отыгрываемся, да? Своими силами, так сказать. Ну, маузер сейчас парочку, наверное, с собой все-таки заберет. Такие, как Донателло, да? Такие, как вот этот Лео. Может быть, даже Усаги, они упадут сразу. Так, ну что, остается Донни и Майки. Давай сделаем крик души. Вот и все. Вот и все. Отдуплились, ребятушки. Так, и мы получаем 71-ю позицию. Так, дальше у нас идет 17. Ну, 23. Я думаю, наверное, вот эту возьму команду. Опять же, я заберу маузеров отсюда. Раз, два, три, четыре. Вот так вот. Хоть тут 75 и 74 уровень, но маузер думает, что заберет парочку с собой. Например, Эйприл там, наверное, упадет. И нам нужно будет просто добить остальных супостатов. Воу! Парочку, говорю, заберет. Он забрал практически всех, кроме Донателло. Блин, классные, конечно, эти маузеры. Так, у нас 60-е место. 17-23. Ну, возьмем, наверное, эту команду. Опять. А, нет, ребят, тут уже 77 уровень. Все. Тут уже не до шуточек. Тут уже все очень даже серьезно. Меня немножко смущает то, что у нас откатов мало. 11 штук всего лишь-то. 11 штук. Но это потенциально 5 поединков. Маловато будет. Ну, плюс еще за ежедневки мы получим, конечно, там немножко. Но это совсем не то. Нам нужно где-то 20 вот этих вот откатов. Ну, чтобы себя чувствовать более-менее комфортно. Чтобы на 10 поединков нам хватило. Так, ну что, 50-е место. Давай, наверное, возьмем вот эту вот команду на растерзание. Так, у нас маузер пойдет. Да, в принципе, вот так вот сделаем. Я думаю, что здесь тоже справимся своими силами пока. На одном откате отыграем.
Главное, чтобы маузеры сейчас не подвели и просто забрали как можно больше противников с собой. Они забрали только одного. Ну, пауку сдавай, твоя. Есть, молодец, красавчик. Пробьешь? Вообще the best. И тигриный коготь, как говорится, не подвел. Все у нас прекрасно вышло. Сороковка? 38-я даже. Вот, это я понимаю. Вот это мы продвигаемся, друзья. Но пока нам не дают 17-24. Поэтому берем маузеров, опять же. Маузеров с кем-то взять надо. Подожди, или они сами справятся. Если мы... Раз-два. Да я боюсь, как бы мы не успеем, да? Да, мы не успеем. Давай тогда я возьму сюда зэка. И вот так вот. То есть можно было бы, конечно, взять одного маузера без подстраховки, но пробить, я сомневаюсь, что мы пробили бы их всех. Вот сейчас, возможно, да, сейчас все упадут. Но опять же, это нужно было, чтобы хоть сколько-то хп мы отняли. А с этими ребятами мы вряд ли бы достигли бы такого результата. Ну что, 25-е? О, почему так 32-я? Всего лишь 6 ступенек пролетели. Ну это, конечно, ребята, западло сейчас было сделано. Возьмем, наверное, вот эту команду. Ну что, беру Кренга. И беру... Давай маузеров возьмем. Раз, два, три. Смотри, как они специально оттягивают, ребята, победу, чтобы я перешел на Лигу Мастеров 3 звезды. Чуют паршивцы, да? Где собаку зарыли. Вот так-то. Но я-то все равно пройду. Я все равно смогу пройти. Давай, наверное, просто ракетами бомбанем. Нефиг тут баловаться лучами. Как говорится, и ракеты будет здесь достаточно. Ну и какая двадцатка? Опа, 16-я позиция. Нормально. Но они по-прежнему мне не дают ранг. Давай возьмем так и Леонардо. Раз, два, три. И Леонардо. Так, мы сегодня же еще 3 ДНК на Рокула, по-моему, приобретаем. Насколько я помню, у нас по жетонам там все вроде бы складывается, да? Ну давай, Лео, добивай их уже. Вот и все. Идеальная, естественно, победа. Что тут скажешь? И у нас 4-я позиция. То есть последняя, ребята, позиция перед нашей, как говорится, триумфальной победой в Лигу Мастеров 3 звезды. Раз, два, три. Вот так вот сделаем. И заходим уже с высоко поднятой головой, с гордой, как говорится, походкой, с деловым видом. Оно так и будет. Так, прижучиваем. И давай, наверное, лучше, потому что меня немножко смущает, что там здоровья у этого многовато. Ракетами мог бы не пробить кабана. А так у нас все довольно хорошо получилось. Но... Давай, почетное, ребята, место Лига Мастеров 3 звезды. У нас еще 2 отката, это буквально на 2 поединочка. Я возьму Армагона и возьму маузеров. Бойцов еще дофигища. И вот что хочешь с этим, то и делай теперь. Как отыгрывать? Откатов нет. Сейчас попробуем, конечно, немножко получить. Но всех вряд ли мы сможем отыграть. На всех там нужно, я тебе говорю, где-то откатов 15-20, не меньше. Так, с 93 на 80. То есть 13 ступенек пролетели. Ладно, пойдем теперь на ежедневке. Нам нужно пройти одну серию испытаний. Ну, я тебе скажу, в следующей серии у нас, ребята, будет... Пройдено. Смятение с другого измерения. Абсолютно полностью.
как говорится, Кренга забомбим. Можно было бы и сегодня, но, ребят, надо еще немножко отдохнуть перед работой. Поэтому как бы я пропущу две битвы. Ой, зачем я здесь луч-то применяю? Ё-моё. Здесь-то можно было... Ай. Здесь можно было бы и без него обойтись. Так, и у нас вторая позиция. Вторая волна. Так, здесь... Ну, давай с пулеметной дроби начнем. Угу. Пробьем. Красавчик. И здесь пробивающий, проникающий удар. Все. Так, серия испытаний пройдена. Двигаемся тогда дальше и смотрим. Так, оп. И нам надо теперь, мало того, чтобы поднять уровень, у нас мутагена сколько? О, да, где у нас Рафаэль? Ну что, друзья, еще один уровень, и он будет соткой. То, что нужно. Ну, здравствуйте, прикатились. Давай. Прогружайся по-быренькому. Оно может, ребята, так, что придется даже... О, перезаходить в игру. Такое часто бывает. Ну что, пойдем теперь на нашего кого там, Пиццелицева. Так, здесь нужно три ящика с инструментами. Раз. Два. Три. Прокачиваем до шестой ступени. И вот это надо нам. Так, четыре. Опять четыре геймпада. Один. Второй. Третий. И все, да? Третий и... Вот. Ну, кстати, быстро мы нашли 4 геймпада, если честно. И еще 10 вот этих знаков. Фигурка единорога. Так, автомобильный номер. А вот номера что-то не идут никак нам. Ну да, что-то вообще как-то кисло. Ладно, фиг с ними. Где у нас там задание? Раз, два, три. Абсолютно все выполнили. Так, теперь. У нас уже 5 откатов есть, друзья. И теперь, наверное, пофармим жетоны. 710 надо. Да, я думаю, вполне накопим сейчас. И приобретем. Да что такое-то? Мне нужны... Вот они. Жетоны, давайте мне жетоны. Ну вот мы уже накопили 724 там в данный момент. 750 уже. До 800, наверное, дойдем, да? Да, вполне. Там даже будет 800 с лишним. Так, последние три попытки. Две и последняя. Так, сколько у нас? 875 жетонов. Идем сразу в магазин, в предметы, в жетоны и приобретаем. Друзья мои, нам остается всего лишь 9 ДНК найти. И Роквелл будет тоже прокачан у нас на фулл звездочки. Так, что нам дальше-то надо сделать? Нам дальше нужно пытаться немножечко дальше продвинуться. Не очень, конечно, много у меня откатов, как ты видишь. Ну ладно, фиг с ним. Давай хотя бы даже эти два поединка попробуем отыграть. Может быть, что-то да получится. И, конечно, мне бы хотелось бы до полтинничка добраться, до 50-го места. А, ну мы могли бы еще, знаешь, что сделать? За рекламу посмотреть, 10 откатов получить. Ну, в последние разы, сколько я пробовал, ребят, мне вот первую рекламу я просматриваю, а остальные 4 мне не дают даже просмотреть их. Типа реклама еще не готова и все. И также в ХКР, ребят, я не могу зайти, у меня активен только режим приключения.
я больше ничего не могу сделать. Что бы я там ни делал, перезагружался, там это... Только режим приключения. А режим приключения — это самое первое, начальное, где ты просто так катаешься без всего. Никаких тебе ни соревнований, ничего. Я не знаю, может быть, у вас то же самое, напишите мне в комментариях. Или это только у меня такая проблема? Ну что, нормально. Давай тогда еще один поединок сыграем. Сейчас посмотрим, на какое место мы перелетим. Я думаю, 70-е будет. Ой, 60-е. Даже 55-е. Слушай, ну мы до полтинничка доберемся туда, получается. Или не доберемся. Давай я гляну, короче, рекламу, попробую. Но вдруг нам повезет. И я все-таки получу 10 откатов. Так, ну что, ребята, я вот получил только лишь за 2 рекламы. Остальные вот не хотят запускаться, к сожалению. Ладно, давай хотя бы отыграем то, что у нас есть. Поехали. Хотя бы то, что у нас есть, отыграем. Я возьму, опять же, Армагона возьму. Опять же, возьму Маузеров. Раз, два, три. А у меня, кстати, персонажей-то здесь не так уж и много. Ха! Так что нормально все. Ну-ка. Бомбическая сила. Давай, наказывай их всех. Так, превосходно. И добиваем ракетами. Ну, какое там у нас местечко будет сейчас тепленькое. Подожди, а почему 61 ранг? Странно. Был 50-й, сейчас зашел 61-й и стал 48-м. Нифига себе, там разлеты такие дает он. Так, ну что, берем Армагон, опять же возьмем Маузеров. Раз, два. А, ну давай тогда, раз у нас последний откат, сделаем с тобой полностью команду. Ну, я думаю, ребят, в понедельник у нас все будет тип-топ. В понедельник, кстати, у нас что получается? У меня выходной в понедельник будет. Потому что сегодня суббота, в воскресенье у меня будет крайняя смена. Да, так что мы попадаем на буст. Я думаю, что мы сможем нормально ускориться и сможем нормально занять место на первой нашей, как говорится, понедельничной битве. Так, а сегодня, мы останавливаемся на 35-м месте. Да, друзья мои. Ну что же, тогда на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.